Всем привет! Данное видео создано и распространяется туловищем, которое функционирует как иностранный агент. И либо выполняют функцию иностранного агента. Так что будьте осторожны. В течение всего сериала я буду расшатывать ваши скрепы, потому что мой канал финансируется и казахами, и украинцами, и белорусами, поляками, американцами. Со всех сторон планеты люди собрались специально, чтобы я делал видео русофобские и всячески опорочивающие. Ну, в общем, иностранный агент, что с меня взять? Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша играет, и... Я считаю, что я должен был начать именно с такого этот сериал, потому что я буду играть за США, ребята. Мало того, что я нахожусь в США, естественно, мне Госдеп отваливает дикие бабки, чтобы я играл в ЦИБУ, это записывал и вам выкладывал. Такая вот многоходовочка по внедрению крамольных мыслей, инакомыслия... в умы россиян несчастных, которые только вот как-то нашли опору в государственности. И тут начинает, даже через ЦИВУ, понимаете, через ЦИВУ, уж через святое практически. В общем, играю за США. Дело в том, что я, когда рейтинг цивилизации сделал, с удивлением обнаружил, что за Теодора Рузвельта нету вообще ни одной партии. На самом деле есть одна, но она только для спонсоров была выложена. Так что как раз... А Теодор Рузвельт, вот прогрессивист, по моему мнению, одна из самых интересных цивилизаций, во всяком случае, довольно сильных. И мне кажется, вот на божестве как раз сейчас интересно записать это прохождение. Ну и, конечно, так как я в США нахожусь, тем более это еще и как бы в тему имхо. Я в США... Давайте единственное, что по модам я вам скажу, что я отключил бета-баланс старт, и я все стараюсь как-то усложнить себе жизнь, найти какие-то настройки, которые нам позволят интересно все-таки против компьютера играть. Очередной мод попробую, AI++. Видите, он пишет, не играйте на божестве, когда этот мод... включен, но это типа шутка, что типа будет слишком сложно. Давайте попробуем, почему нет? Чё не попробовать? Все остальные моды вы видите, либо еще будет в прикрепленном комментарии ссылка на сборник модов всех моих. Можете сразу переходить и всех их скопом добавлять. На всякий случай. Всё остальное просто на интерфейс. Я даже отключил бета-баланс старт, как я уже сказал. Все остальное чисто на интерфейс, чтобы красивше, интереснее было. К настройкам карты давайте перейдем. В этот раз я выбрал карту континенты и острова, чтобы что-то вокруг наших континентов еще было. Количество цивилизаций поставил 16, хотя на большой типа 12 ставится, но у меня такое ощущение, что на 12 как-то многовато места у всех. 16 поставил, выбрал... все цивилизации, которые в большую восьмерку входили когда-то. Плюс, естественно, Хаммурапи и Корею, как самые научные цивилизации. Ацтеков, ну и канадцев, они, правда, в восьмерку входили, но ацтеки и Канада, плюс еще и соседи США, так что, чтобы интереснее было... Китай главный конкурент на данный момент, пускай тоже будет Вьетнам, потому что были проблемы с Вьетнамом у США, как бы в игре без Вьетнама будет круто, если еще в соседях окажется. Ну и арабов просто тоже недавно делал рейтинг цивилизации, почему нет. Все остальное стандартное ставлю, размер карты огромная, выключаю все игровые режимы, потому что компьютер просто не умеет. Просто не умеет с этими игровыми режимами играть. К сожалению, включение игровых режимов делает проще игроку, на самом деле. Оставляю в этот раз варваров, посмотрим, как может быть этот вот мод на искусственный интеллект получше с ними сделать. Ну, я думаю, что все.
Давайте начинать игру. Как я и говорил о Америке, я делал уже рейтинг цивилизаций, тоже в прикрепленном комментарии. Посмотрите видео, если хотите более конкретных. Но самое главное, что у Теодора Рузвельта, прогрессивиста, клетки с потрясающим престижем, находящиеся рядом с чудом природы или горой, получают плюс 2 науки, а такие же, находящиеся с чудом или лесом, получают плюс 2 к культуре. Все клетки в городе с национальным парком имеют плюс 1 к престижу. То есть вы чисто на престиж валите, и клетки даже без обработки всякой будут иметь плюс 2 науки и плюс 2 культуры. Кроме того, все ячейки дипломатического курса при текущем правительстве превращаются в универсальные, и плюс 1 мирового влияния вход за каждую универсальную ячейку политического курса. По-моему, неплохо, ну и... Уникальные здания и уникальные воздушные мины, конечно, поздновато появляются, так что пока, в общем-то, нету смысла о них что-то говорить. И вот Соединенные Штаты Америки выходят на мировую арену. Старт, кстати, что-то даже, смотрите, сука, меда. Господи, я обмажусь медом. Кстати, обратите внимание, что мы играем на стандартной скорости. Я опять решил попробовать на стандартной поиграть. Это все-таки... Ну, подольше мы немножко будем отставать от всех. О, Йеллоустоун сразу рядом. Прикольно. Надо, кстати, съездить в Йеллоустоун, посмотреть. Тут, в принципе, старт ничего такой. Я думаю, что можно никуда и не уходить, наверное, сразу. Сразу тут, правда, вот тундра уже. Давайте, наверное, сразу ставить. Выключаю рожу свою. И... преображаюсь в Теодора Рузвельта, иностранного агента. Так, ну у нас сразу, я вижу, что нету ни одной престижной клетки в границах города. Вот будет престижная клетка, можно будет выкупить. Вот эта клетка, например, будет две культуры давать, судя по лесу рядом. Или может даже четыре. Я вот, кстати, не знаю, как это складывается, мне, наверное, все-таки просто две. Клетки культ. Ну вообще, в плане престижа и особенностей Америки не такой уж и крутой старт. Давайте исследовать дальше территорию. Тут какой-то плоский Вася у нас. Ну, я начну все-таки с роста. И на игре при божестве я опасаюсь строить чисто разведчиков. Я бы с юнитов начинал, потому что ближайший сосед стопудово захочет... надрать мою маленькую американскую попку. Кстати, уже сразу три континента мы встретили, слушайте. Так, но это не у этого чувака на его континенте, да? Это у другого Теодора Рузвельта есть способность... давайте глянем, мужественный всадник, да, плюс 5 на родном континенте, так что нам пофигу на континенты на самом деле... В данном случае, наверное... Блин, а где тут могут лошади появиться? А, ну мы же не на балансе играем, мы на стандарте. У меня может лошадей вообще не быть. Хорошо, что нам надо? Тут орошение, тут все, животноводство открываем. Потому что... Мне что-то как-то так ресов насыпало вообще, я хочу вам сказать. Вокруг. Приятненько, приятненько. Тем более, что они убираемые, понимаете? Это не те, которые будут мешаться районы ставить. Так, что-то я вниз не хочу идти. Выглядит как тундра. Выглядит как конец карты, поэтому, наверное, вверх давайте все-таки исследовать. Ходить, смотреть. Да, но видите, я не на побережье, то есть я где-то в центре карты, и, возможно, меня сейчас подселять начнут все вокруг. Тут тоже очень неприятно. Ну, на божестве, понимаете, там по лояльности, там даже не то, что на меня нападать будут, я... Если нападать, то я еще могу с компьютером пободаться в битвах. А с лояльностью я никак тут не совладаю, тем более, что они все практически выйдут в золотой век. Ладно, давайте... О, Аншан я встретил не первым. То есть уже тут кто-то ходит-бродит, блин. Так... вот выглядит, например, здесь кампус. Ну, конечно, скорее тут хотелось бы. Ну, блин, Йеллоустоун меня пугает, что меня будет ломать постоянно. Просто здесь-то клетка похуже, чем здесь. Тут не хотелось бы оленей убирать.
Давайте. О, Австралия. Австралия, кстати, неприятный на самом деле сосед. Наверное, Австралии встретила Аншан, да? Неприятный сосед. Дайте я проверю, что я на божестве играю, да. И еще какие тут у нас моды включены, да, что типа не бета-баланс старт не включен. Просто меня смущает немножко такой офигительный старт. Ну, он не офигительный, много ресурсов. Так-то старт не прям... То есть, например, у меня нету ни одной клетки на престиж. То есть, пока моя способность нифига не работает. Будет это присоединяться, да? Да. Ну, надо как-то увеличивать престиж. Конечно, можно попробовать с заповедниками это... Но я здесь вообще не вижу места, куда мне прям заповедник бахать, чтобы увеличить престиж, чтобы он мне давал прям... Мне, наверное, просто следующие города надо будет как-то ставить. Ну, тут мне места не нравятся, я бы, наверное, даже в сторону Австралии ничего не ставил. О, Йеллоустоун уже планирует извергаться, нормально? А, подождите, так я все-таки Аншан первый встретил? Я все-таки его первый, или, подожди, или я какое-то задание... Я, блин, закрыл... Закрыл сообщение, за счет чего я Ваншан получил посла. Ну, Ваншан грустненький, если типа нападать, не знаю, не выглядит так, что мне хочется его захватывать. Подожди, а что он тут обрабатывает второе? Медь? Не-не, давайте, наверное, эту медь быстрее расти. Что так, два. А тут мы вырастем быстрее. Вот, а Аншан уже каких-то варваров, видимо, мочит. Ну, вообще, вы знаете, я хотел сказать, что мне сюда не хочется ставить, но у меня тут особого выбора нету. Тут внизу, очевидно, тундра и конец карты. Не так, но я хочу вот здесь вот, если, скорее всего, ну, просто, ну, тут слишком плоско. Для, ну, мне, наверное, все равно придется когда-нибудь ставить туда, если меня австралиец не подселит. Вот тут неплохо выглядит. Приятненько. Раз, два. Так, а что у нас по... А, блин, сюда не влезет. А, не, влазит. Правда, под вулканом прямо, но у нас есть лян, как минимум. Да, тут нету морей, так что мне лян не понадобится на аквакультуру. В принципе, вот здесь приятно. Давайте по престижу глянем. О, и тут сразу будут клетки. Я бы вот, кстати, город вот сюда бы точно поставил. Сразу отметим. Пока так, предварительно. Ну, блин, я думал, он подвинет этого. Так, что слышать? Не, все-таки, господи, еще и две лошади. Нормально мне насыпало, нормально. Ну, пошли вниз, наверное, исследовать. Соточка. Давайте-ка мы еще одного воина сделаем. Знаете, жалко, конечно, производство, но... Поверьте мне, на игре на божестве против компьютера лучше перебдеть всегда. Потому что они приходят потом, ломают тебе лицо. Все тебе, вообще жизнь твою ломают потом. Понимаете? И зачем? Зачем? Так, горное дело, видимо, для камня и меди. Так, ну, наверное, в очередь давайте поставлю строителя дальше. Блин, вот этот аншанский дуболом меня раздражает. Он специально становится там... О, тут, блин, пустыня. Ну, как бы на Петру можно рассчитывать, но я боюсь, что, конечно, на божестве Петру компьютер построит. Вообще, вот стартовое место хорошее, а все остальное вокруг выглядит так себе. Карди встретили. На этой... Ну, во всяком случае, для меня он бессмысленен, потому что он дает энергию за каждое здание в гавани. А вы сами видите, я тут гавани вряд ли буду строить вообще. Бля, что так много тундры-то? Может, тут Канада где-нибудь? Кстати. Вот это большая вероятность. А тут где-нибудь... А, ну вообще у меня нету цивилизации на пустыню. Создать тяжелую колесницу. А Аншан, кстати, что дает?
Науку за каждый шедевр. Ну, тоже такое. Тоже так себе. Пока. ГГшки. Ладно, ладно. Не расстраиваемся. Мы же Америка. Мы... Чуть-чуть снова сделаем Америку великой, ребята. Снова сделаем Америку великой. Без всяких Трампов. Блин, а где руинки вообще? Я еще ни одной руинки не нашел, да? О, философию. И, кстати, Сингапур я нашел первым. То есть, здесь далековато кто-то. Ну, блин, хорошо, далековато. Но ставить-то города некуда. Тут же просто... Вот здесь куда-то может влезть город. Нет, не влазит. Черт. Не, вот сюда влазит. Вот сюда. Вот на эту клеточку должен влазить. Но тут, блин, тундра же сплошная. Короче, места, прямо скажем, на самом деле так себе. Так я обрадовался стартовому месту. И так... так, а если я переключу... Вот так, 2-3, отлично. 3 вырастим. Ну, кстати, мед очень-очень в тему. И мед, по-моему... Знаете, какой мне пантеон надо? Мне нужен пантеон на эти, на лагеря. У меня 1, 2, 3, 4, 5 лагерей. Кто-то скажет, что а давай-ка ты построишь Артемиду, но опять же на божестве... У меня что-то большие сомнения, что я ее смогу так. А если все-таки смочь Артемиду? Она ставится рядом с лагерем, так? И в 4 клетках лагерь, пастбище и плантации, по-моему... Да, в пределах 4 клеток. Но походу надо вот сюда на... Если ставить, то вот сюда на пшеницу. Но вообще это будет очень мощно, я вам хочу сказать. 1, 2, 3, 4. Тут это все влазит. Это все влазит. 1, 2, да. Вот тут Артемида будет вообще трындец. Ну, я не знаю, ну, блин. Честно говоря, сцикотно. С другой стороны, у меня пока только один, ну, он где австралиец поставил. Ну, нормально, нормально. Так, что-то у него 75, у него что-то уменьшается сила. Но это, кстати, к вопросу, что я включил варваров. Вот варвары мешают компьютеру, они реально его начальные юниты прореживают. Я поэтому и отключал во всех предыдущих. Ну, в этот раз решил включить, давайте уже поиграем с варварами в кои-то веки. Но на самом деле, если вы хотите, чтобы компьютер сильнее... О, тут, блин, мрамор. Но тут все-таки когда-то придется поставить город, очевидно. Все-таки мрамор... Ну, лошадей Сингапур заберет, а вот мрамор я бы хотел себе. Но опять же, я бы, наверное, с этим городом как раз не спешил. Я бы вот сюда быстрее ставил. Хотя тут как-то ресов никаких нету вообще. Да... Не знаю, пока непонятно. Так, а что это вот это вот? Ну что, долбанный австралий сейчас на меня нападать будет? Фак. Чип и Дейл спешат на помощь, то есть обратно к городу. Ну вот, вот. А вот представьте, что если бы мы сейчас строили разведчиков, а не воинов. Можно было бы сдаваться сразу. Мне кажется, сейчас этим ходом сейчас Австралия нападет. Так, мимо пока проходит, но это ничего не значит на самом деле. Так, давайте, ну у нас нету разведчиков, так что плюс 5 и на пантеон попробуем набить. Так, 10, 6, 8, так, ладно, давайте просто как хочет город, так пускай расставляет. Очень мне не нравятся вот эти. Ну, я тут стою внутри города, чтобы увеличить его силу. Но вот эти австралийские... Ну, в любом случае, при объявлении войны его выкинет сначала за границей, просто имейте в виду. Так. Орошение. Это мы открыли. Ну, давайте, наверное, пойдем в орошение. Причем мне надо будет все-таки эту пшеницу обработать, чтобы орошение ускорить. Так, а здесь мастерство пока открываем. 107. Он там тоже армии строит. Ну, что это такое? Гаденыш, а?
Так, мне тут надо стоять на лесе. Потому что если я сюда или сюда встану, он сразу меня проатаковать сможет. Но эта тварь на меня нападать будет. Так, мне, видимо... Блин. Стрелять почему-то очень жесткий всегда. Да, но тут мастерство еще долго открывать. Но мне надо, наверное, все-таки прачников строить, а не строителей сейчас. Как я это буду сейчас строителями что-либо обрабатывать? Ну давай, объявляй войну. Ну это, кстати, прикольно, он перт поставил, я вам хочу сказать. Ну, он, наверное, не отвалится. Я не думаю, что он отвалится. Но вот это вот, видите, звоночек уже. Он начинает меня подселять. То есть мне надо как-то тут города ставить. Ну, вот тут важно поставить будет город. Но вот это мне... вот это мне очень не нравится. Так, блин. Я могу его как-то попросить, чтобы он с моей территории свалил? Но это следующим ходом я, наверное, смогу попросить, чтобы он не селился слишком близко. Ну, посмотрим сейчас, может, он сейчас мне войну объявит. Да. Как я и говорил. Ну. А вот, просто, ребята, имейте в виду, если вы играете на божестве, всегда, никогда не стройте разведчиков вначале. Просто бездумно стройте хоть какую-то армию. Ну, то есть, иначе вас просто сразу снесут. Любой компьютер рядом с вами считает, что вы слабенький и нападает на вас. Все. Но в данном случае Австралия. Сейчас мы, конечно, неприятность эту переживем. Убьем ему трех дуболомов, и он сразу с нами станет в хороших отношениях. Но если бы я не строил... То есть я сейчас потерял всего лишь один ход, строя разведчика. Строя рабочего. Все остальное время я строил дуболомов и сейчас пращников, и я надеюсь, мне это поможет отбиться. Ну что ж, чувачок. Значит, атакуем сначала из города, чтобы он там остался. Хотя, блин, я не убиваю, к сожалению, получается. Выглядит так, что... Ну ладно, давайте... Давайте так. Так. А тут я постою в защите. Посмотрим, что он будет делать. Хорошо, в шестерке можно обрабатывать клетки дальше, если стоит. Потому что в пятерке он бы мне тут еще и экономику порушил. А, вылечился, блин. Получил уровень. А вот это неприятно, кстати. Он мне, кстати, может этого убить. Я просто надеюсь вот этого как бы прикончить, но получается, что... Наверное, надо отходить так. И вот так делать. Не должен он мне этого убить. Этот стоит дальше. Так, пока так остаемся. А, он город решил. Отлично, это очень хорошо. Это очень хорошо. Блин, мегаизвержение. И убило... А, это не у меня, слава богу, это в Кардиффе. Так. Ну, тут в очередь, в общем-то, тупо прачников ставим. Нам просто надо отбиваться хоть как. Это еще нам повезло, что у нас больше нету соседей. И, по идее, мы должны смочь потом тут заселиться везде. Но пока... А, так, что-то вот Сингапур сюда пришел. Я надеюсь, он не под влиянием? Нет. Нет, слава богу. И вообще, мы не в войне тут с ГГшками, да? Да. Хотя, что они хотят? Озарение, каменная кладка. Кати, сделаем тяжелую колесницу. Слушайте, а давайте пока после гончарного дела именно что в тяжелую колесницу пойдем. Так, я, наверное, поменяюсь местами. Я уменьшу силу Вашингтона, потому что я уберу. Но он не должен захватывать этот город пока.
Мне надо, чтобы этого дуболома не убили. О, я так и знал, что Канада где-то в тундре будет. Ауч. Так, ну, тут минус дуболом. И минус дуболом тоже, потому что я сейчас прачником убью. Отлично. Так, а где нас Канада вообще встретила? Так, сначала уничтожаем этого парня. Ну, мне кажется, про храм Артемиды можно забыть, но, тем не менее, будем на лучшее надеяться. Тут уничтожаем этого, прокачиваем стрельбу из лука, и, возможно, я бы даже сразу начал ее открывать. Просто потому что... Хотя 7 ходов, но мне надо 3. Ну, давайте будем открывать пока потихоньку, в любом случае... Так. Проблема в том, что мне в Вашингтоне надо какого-то дуболома держать. Все-таки, потому что он увеличивает. Но с другой стороны, ему тут остался один юнит пока. Он, ну что, он подведет прачника и все. То есть пока только так. Еда, производство. Хорошо, если я чисто на производство, 4 хода. Знаете что, давайте... Или, блин... Я за 2 хода, зато 4... Я и ускорю тогда правильно. Ладно, давайте так. Надо вырасти быстрее. О, отлично. Он еще и прачника сюда подставляет. Блин, там еще и варвары появились. Вау. Короче, мы тут по... страдаем по полной, так сказать. Так, ну я бы пока постоял. Тут он, скорее всего, будет прачником атаковать, но это нормально. Это нормально. Сейчас 3 должно быть, и на скорее всего 2 станет. Сейчас посмотрим. Да, видите, я же говорил, что мы и жителя получим, и ускорим производство в любом случае. Блин, не хочется через реку атаковать, конечно. Пускай лучше он сам атакует. Блин, у него не уменьшается. 104 как было, так и остается. Как вы думаете, где канадец может быть? Надо через лояльность глянуть. Ну, вообще, канадская лояльность не видна. Так что, наверное, все-таки он далековато. Но это явно тундра для Канады была. Сделана. Блин, может эти... Ну, я бы камень в первую очередь забрал. С другой стороны, перц, скорее всего, будет в первую очередь эти вот... вокруг забирать клетки со скотом. Вряд ли он на камень будет... ориентироваться, хотя хрен знает. Ну, просто не хочется деньги тратить на выкуп клеток, а потратить на апгрейд прачников. Тогда мы точно тут отобьемся. Очень странные перемещения компьютера, конечно, просто туда-сюда водит, да? Так, давайте попробуем убить скаута. Отлично. Так, все, он уже о нас не сообщит, и набега варваров не будет. Теперь попробуем этого прачника. Есть. Еще и повышение доступно. Отлично. Уважаемая Австралия, не хотите ли вы мир заключить? 3 хода еще надо потерпеть, но чувак уже потерял 4 юнита, да? Такой же... Такие вармонгеры у нас тут. Так, куда мне лучше вывести этого прачника? Давайте, наверное, которого будем апать, я отведу вот сюда. На случай... Не, давайте, блин... Так, сейчас надо как-то по-умному сыграть. А, во-первых, я этого хочу сюда отвезти, чтобы он лечился здесь, да? Давайте вот этого вперед я выдвину. Так. Прачника сюда и апну. Вот. А теперь нам надо этого дуболома атаковать. Блин, я думал добью все-таки. Жаль. Ну, вы же понимаете, что на божестве у компьютера плюс 4 еще к силе. Так что не так все просто.
Так, следующим ходом надо будет стрельбу из лука отменить. Ну, в принципе, сейчас я не берусь это точно. Тем более, что... Ну, если еще Канада не решит прийти, хрен знает откуда. Как у них между собой отношения? Ну, правда, Канада меня должна сначала обвинить. Блин, у них хорошие отношения. Вот сволочи. Сговорились англосаксы. Я тут тоже прокачиваюсь. Так, тут пока продолжим орошение. Или, блин, колесо. Давайте колесо все-таки. Это... Прокачиваем воина. Тут продолжаем атаковать. Не, ну двумя дуболомами вылечилось все. Сейчас еще три хода прачник, я беру лучника и все, и тут апаю. Блин, надо было поменяться местами и прачником атаковать. Черт, сейчас я вот, сейчас я сглупил. Честно говоря. Черт. Ладно. Ну что, будешь Вашингтон атаковать? Нет? Так, ну вот сейчас надо уже... А, наверное, я даже сюда встану. Кстати, хорошо, Вашингтон стоит, получается, против Австралии. Ему тяжело меня атаковать. Когда там ты уже мир будешь? О! Может, ты мне даже заплатишь? Нет, там, по-моему, надо как-то... То есть он готов уже мир заключать? Мне кажется, он готов мне как-то заплатить что-то. Или нет, все-таки на равных. Нет, походу нет. А, нет, он все-таки не готов. Подождите. Или ему одно золото надо... Или он вообще никак не готов заключать? Да, все-таки никак не готов. Ну ладно. Ты, он решил убиться еще. Еще потерять юниты. Так, ну я, пожалуй, этого добью дуболомом, чтобы вот эту клетку защитить. Еще один прачник прокачан. Я не знаю, с одной клетки это ничего не берется. То есть он ни за какие ковришки не хочет. Хотя у него уже 4 города стоит. Получается. У Канады 3. Да, у Австралии 4. Слушайте, ну я тут, блин, так не расселюсь. Мне, походу, надо сразу после прачника даже поселенца строить, а не рабочего. Иначе у нас тут... Да не иначе, у нас вообще тут проблемы, прямо скажем. Конечно, с этой войной. Но у меня уже больше армия. У меня уже больше армия. Еще одного скаута сделал. Да чё ты... Блин, тут еще и... Фух, тут еще и эти... Снежные бури. Правда, мимо прошло. Мглою небо кроют. Вихри снежные крутя. Так, давайте, наверное, выйду сюда. Пускай атакуют. И открываем лук. Тут стоим в защите. Тут придется отступить.
Надеюсь, они будут дуболома, да. Так, сколько? Апнуть 60. Ну, надо двоих. Этого и этого. Уважаемая Австралия. О! Зашибись. Так, может, ты мне что-нибудь заплатишь? Вообще ничего, да? Даже ни одной монетки? Я столько на тебя потратился. Ладно, ладно, принимаем сделку, потому что... Ну, потому что, блин. И выдвигаемся разбираться с лагерем варваров. Да, начало, конечно, невеселое. Я, пожалуй, пока в колесо пойду все-таки. А сколько стоит купить рабочего? 200. Дорого. Что с религиями? Еще ничего. А, я даже пантеон еще не принял. Да. Не хочу третьего прачника апать. Я бы деньги поберег. Так, пойдем, наверное, этим лучникам вот тут место забивать. Блин, ну нам надо куда-то еще город... Ну, тут, в принципе, неплохое. Ну, наверное, да, надо будет третий город сюда ставить. А потом надеяться, что тут еще места какие-то будут. Но вообще все плохо. Все как-то у нас... Спасибо Австралии, блин. Он поставил 4 города и со мной еще повоевать успел. Нормально? Блин, мастерство надо было давным-давно отменить. Виноват. Кучу ходов потратил на самом деле. Так, давайте случ... Блин, тут еще и... лес. Ладно, в любом случае атакуем. О, оба повышения заработали. Класс. Так, по идее, мы луком должны убить. Не, ну, благодаря Австралии, зато я прокачал свои юниты все. Не очень я представляю, как теперь меня можно захватывать. Даже более крутыми юнитами. То есть у меня все дуболомы уже по уровню. Блин, может выкупить эту клетку? 4 производства. Вообще, мне вот эти надо было давно выкупать, я думаю. Просто давайте сразу выкупим их. О! А вот вам, кстати, и способ... Первая клетка, которая заработала. 2 науки, 2 культуры. Просто с ничего. Потому что рядом лес и рядом гора. И это с высоким престижем. Кстати, мне, наверное, вот здесь не надо шахту ставить, потому что шахта снижает престиж. Ну как вам клеточка? Жалко, что пока только одна. Тут даже у столицы-то больше и не будет по-хорошему. Ладно. Кстати, а в тундре, наверное, еще престиж высокий. Нет, не высокий, обычный. Тонхендж построили. Ну, в Вашингтоне достаточно жилья. Это не страшно, потому что сейчас у нас построится поселенец и... И население уменьшится, жилье вернется. Так, ну, кстати, хорошо, что у нас Канада все-таки в соседях. Мы как минимум можем подготовиться 5 ходов, если что, она решит нападать. Давайте тут пооткрываем.
территорию. Блин, 0,9. А, 0,9, потому что счастье, оно снижает на 10% прибыль от веры. Да, у нас будет проблема с лояльностью, несомненно, в следующей эпохе. Ну, короче, ситуация тяжелая. Давайте я тут вот исследую еще. Кстати, ни одной руинки не найдено в итоге. А явно уже тут все пропылесошено. Блин. Австралийский развей. И тут вот это все. Ну, конечно, четвертый уровень стихийных бедствий. Конечно, будут проблемы. Будут проблемы. Блин, хочется еще камень этот, конечно. А, все, сам присоединил. Слава. Блин, вали отсюда, тварь! Тварь австралийская, вали отсюда, что он стоит здесь? Не, ну это вообще уже, это просто такие наглые, я смотрю, австралийцы. Ощущение, что они отыгрывают роль американцев. Какие-то не австралийцы вообще, вообще не ребята. Сейчас опять Австралии войну объявят. Так. Вот почему у меня не появилось... Ну, потому что он объявил мне войну следующим ходом, когда я мог требовать, чтобы он не селился. Теперь этого требования нету почему-то. Хотя он поселился прямо рядом со мной. Вообще нечестно. Блин, а нафига я с ним мирился? Я смотрю, по силе армии мне можно перт вообще захватывать. Блин, он выкупил армию Аншана, прикиньте. Так, ну надо тут стоять. Блин, может ему реально перт снести? Я вот так думаю... Так, когда я могу? 4 хода. Или орошение. Мне, конечно, на счастье надо бы обработать, но... Блин, мне приходится... Блин, ну мне нужен строитель, фак. Ладно, давайте после поселенца стоим, потому что, ну, эту территорию явно еще никто не заберет. Мы все еще не видим лояльность от Канады. Вот от Канады лояльность. Канада все-таки там где-то. Блин, вот если бы еще это не тундра была, а любая другая территория, вообще был бы хороший город здесь. В первую очередь ставлю сюда, чтобы, как бы... Вот Австралии защитить. Не знаю, вот тут такое ощущение, что я не смогу уже город поставить. Если не захватить перт, не уничтожить, не поставить свой город. Только так. Ну, похоже, мне надо через 4 хода объявлять войну Австралии. Я не вижу, как иначе, тем... Ну, хотя он армию строит опять. С другой стороны, перт 10. Перт 10, это забирается вообще только в путь. Работку бронзы ускорили. Меня сам убился. Давайте возвращать дуболома, лечить его здесь. Так. Осел сюда бежит. Блин, ну с другой стороны, мне здесь надо как-то стоять. Ага, 220, но это за счет купленных юнитов Аншана. Вообще это надолго. Да, наверное, все-таки не получится мне воевать с ним. Он мне этот город тогда заберет. Понимаете? Блин, или попробовать Артемиду. То есть я выхожу, например, ставлю здесь лагерь. Потом сюда... Я правда, орошение тогда не ускорю, получается. Ну блин, ну Артемида ж крутая будет. А у меня, а с другой стороны, у меня два города всего. Тут, мне кажется, важнее города ставить, чем Артемиду, ребята. Это, ну, я понимаю, что она очень крутая здесь. Но ты, блин, с двумя городами. И с Артемидой, мягко говоря... Она не поможет победить, если у тебя будет два города вообще никак. Если бы она еще хотя бы, как в пятой циве, ускоряла производство стреляющих юнитов, тогда имело бы смысл, знаете, как защиту, но... Ну, или для нападения, например, на Австралию напасть, но... Сидеть просто... То есть она даст мне еды,
даст мне 4 пищи, жилье и довольство в зависимости... Ну, то есть у меня будет куча довольства на самом деле. А зачем мне эта куча довольства? Я как бы расти и так могу. Мне производство нужно в первую очередь. Для этого я строю рабочего. Счастье я получу с меда. Поэтому повел он войска, конечно, в своей стране. Тут, походу, хотя залив написано, тут, походу, конец карты все-таки. Так что с этой стороны у меня никого не будет, но места, конечно, так себе, чтобы их заселять, к сожалению. Поэтому, не знаю, как-то... Блин, я даже не знаю. И придется как-то с Австралией воевать, похоже. Блин. Морских юнитов, торговец. Ну, пока ничего не меняем. Пока ничего не меняем. Нам пантеон нужен. Стоим, лечимся. Тут, наверное, возвращаемся. Да, конечно, затормозило мне развитие. Австралия очень сильно затормозила. Но вот это 208, это чисто за юниты города-государства. Закончится, но, кстати, очень в тему он их взял. Если бы он не взял эти юниты, я бы на него точно напал. А так, не хочется нападать. Не, не меняем. Пока ничего не меняем. Да мне еще, кстати, повезло, что у меня такие клетки на производство есть. Я, в принципе, хоть что-то могу тут делать пока. Так, ну сначала мед в любом случае. Блин, ну... Ну что, не будем ускорять орошение? Получается... То есть, смотрите, ускорение орошения это только чисто ради кофе, правильно? Больше мне нечего, негде плантацию поставить. Поэтому, а храм Артемиды это храм Артемиды. Поэтому, наверное, откладываем 12 ходов, да? Сейчас мы откладываем производство. Я следующим ходом иду храм Артемиды. Следующим ходом иду, вырубаю пшеницу и ставлю храм Артемиды. На божестве, ну я часто говорю, что не стоит строить чудеса на божестве, но дело в том, что компьютеры, они почему-то спешат за большим бассейном и Стоунхенджем, а храм Артемиды у них не в приоритете. Поэтому вполне можно успеть. Блин, другое дело, что я выйду в нормальный век, получается. А, нет, 5 ходов до конца эпохи. Блин, 5 ходов. Это Вавилон, блин, так ускоряет. Так-то должно было быть 60 ходов. Так, а сюда может Австралия какой-нибудь город поставить? Нет, не может. Это единственное место, слава богу. То есть меня тут нигде он подселить меня не может. Да, надо было вот тут еще поисследовать. Возможно, придется здесь ставить прям в пустыне город, но это, конечно, грустно будет. Ничего не скажу. Ну ладно, откладываю. Давайте храм Артемиды попробуем. Все-таки забабахать. Фиг знает. Сделаем Америку Артемидной снова. Так, значит, что мы делаем? Идем сюда. Забираем пшеницу. А, подождите, давайте глянем... От рыбацких... О, пища от лагерей. То есть мне потом надо будет еще вот эти лагеря... Вообще, вот тут будет еще производство. Ну, короче, я беру богиню охоты в любом случае. Я думаю, что в моем случае это крутой. Уже три веры православия. Кто ж, интересно, православие принял? Прям даже, не знаю, в игре Россия есть. Наверное, православные у нас вьетнамцы, мне так кажется. Так, вырубаем пшеничку. Ставим Артемиду.
Ой, сразу могу город ставить, отлично. Первым поселением. Вот видите, сразу есть клетка на две культуры, две науки. Но я все-таки не с нее начну. Мне вырасти сначала надо. Так. Монументик. Буду стоять здесь, чтобы он не мог с двух клеток, если что, атаковать. Если ему сейчас приспичат через... А, он уже может объявлять войну. Кстати. Мистицизм ускорили. Ну и скоро Раннюю Империю, кстати, ускорим. А политическая философия у меня ускорена уже, да? Да, то есть мне трудовую повинность бы, но, к сожалению, районы мы пока не строим. Ну, могу, конечно, третью лучника сделать, но денег жалко. Как у нас тут на производство. Ну, видите, уже 4 еды, 2 про... Не, ну, это, конечно, очень круто. Мне сейчас точно надо идти вот сюда скорее, скорее всего, ставить лагерь. Потому что это будет еще еда, еще производство, еще и деньги. То есть, мне это вообще суперклетка какая-то. Блин, а где бы мне заповедник? А вам не кажется, что у нас может быть... у меня есть точное ощущение, что мне где-то надо заповедник поставить, чтобы улучшить клетки вокруг, но я не вижу. Наверное, вот в этом городе, скорее всего... Блин, даже не знаю, он же будет работать только на необработанные клетки. Вот в чем дело. Так, ну, наверное, дуболомом пойдем вот там территорию исследовать. Тут просто стоим. Ну, конечно, и лошадей бы хотелось. Все хотелось бы. Я в итоге в нормальный век выхожу, да? Ну, в золотой мне тут никак не было выйти с таким началом. Когда на тебя нападают серьезно. Если бы мне дали Артемиду чуть раньше построить, ну все равно не вижу, как я тут мог бы. Не, кстати, мог бы. У меня получается. Нет, я не мог бы еще на этом континенте. Ладно, я не вижу, как бы я мог тут в золотой век, честно говоря, выйти с этими воинами. Ой. Ой-ой-ой. Это я случайно лучника вывел. Из города. Так, вроде варваров рядом нету. Не особо мне важно этот геотермальное поле захватить, потому что оно... Там престиж какой, давайте глянем. А, нет, слушайте, высокий престиж. Блин, а стоит 60, да? Но я не буду его сейчас обрабатывать, правильно? Потому что мне все на производство надо, чтобы Артемиду построить. Ладно, жалко. Не хочется и деньги на него тратить. Ну, то есть... Блин, не знаю. Я держу деньги на случай, что мне надо будет прачника проапгрейдить. Так, где у нас железо? Ой, железо есть. Ну, короче, со... С начальными стратами мне повезло. Пока. Блин, это, конечно, дымящийся вулкан. Очень мне не нравится. Я в любой момент сейчас могу и потерять и лучника, и дуболома. Блин. Так, колесо... Давайте каменную кладку пока начнем. Сейчас Ранняя Империя, кстати, ускорится. Но опять же, повторяю, при объявлении войны его юниты сначала будут выкинуты за границы, так что я не боюсь, что он тут рядом стоит. Но проблема в том, что там два дуболома. Мне, наверное, надо прачника подводить сюда. Если он меня объявит войной, я просто прачника апну в лучника. И пойду туда.
Так, а зачем я тут так вот держу дуболомов? Так, почему у нас... Почему у нас мигает этот Yellowstone? Он как-то подмигивает, мне на что-то намекает. Наверное, азбука Морзе. Ребята, кто в азбуке Морзе разбирается? Посмотрите, что мне пытается вулкан сообщить. Ранняя империя ускорена. В Вашингтоне жилья не хватает, но нам тут особо и не надо. Так, уберем пока эту меточку. Дай бог, чтобы Артемиду никто не строил. И начинается античность. Я думаю, что продолжение уже античности. Страдания Америки в античности в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что спонсоры канала следующую серию могут прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Спасибо большое им за поддержку. Для всех остальных она выйдет завтра. И комментируйте ваше мнение, как тут можно было лучше против Австралии действовать. Но я честно говоря, не вижу. Как можно было лучше действовать? Дай бог. Вопрос, самый важный вопрос. Правильно ли я строю Артемиду вместо того, чтобы строить поселенцев? Потому что это все-таки развитие. С другой стороны, и Артемида тоже развитие. Ладно. До завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!